приступлю к базовому тренингу DAO. And we will start with the whole system also called we call white magic practice. Вся система называется белая магическая практика. Also known as the inner alchemy changes, inner alchemy practice. Она также известна как практика внутренней алхимики, алхимии или внутренних изменений. Jesus is the best alchemist. He can change so many things. Иисус Христос был самым лучшим алхимиком, вот в смысле этих перемен. And the white magic, they have black magic and white magic practice. И есть практика белая магия и черная магия. So the white magic practice is the same as nearly all the religions of turning the negative into positive. И белая магическая практика во всех религиях это превращение негативной энергии в позитивную. And oftentimes in the DAO we refer them changing the gold, the rock into gold. И в древних даосских практиках она называлась как изменение вот вашей как бы камня, превращение камня в золото. It's not really changing the physical rock into gold. Это не физическое превращение горы в золото. But actually changing the head into love. И в основном это внутренние как бы энергетические изменения. Это ненависть превращается в любовь. Changing the angry into kindness. Злость в добро. Changing fear into gentleness. И превращение, например, страха в мягкость. So that is alchemy changes. И это алхимические изменения. And that is the most basic training. И это основная базовая практика, да. So transform the negative into positive energy. Превратите негативную энергию в позитивную. So when we have people angry, we talk them until they feel no more angry and they feel happy. And this is inner alchemy changes. И дело в том, что если люди злятся, они становятся еще более несчастны и нездоровы. Это приводит вот эти изменения. But the most important part is we have to do it ourselves. И мы должны провести эти изменения. Это самое главное. Мы должны произвести эти изменения сами. And that is the real practice. So this practice is вот это настоящая практика. In the inner smile and the seeking sound. И основные практики, которые нацелены на это практика внутренней улыбки и практика шести целительных звуков. Now when we transform the negative to positive, we have to recycling this energy. И чтобы превратить негативное в позитивное, мы должны переработать эти энергии. We call it a microcosmic orbit. И мы называем эту практику микрокосмической орбитой. So when we feel sexual arousal and desire, sexual hormone are active, so we feel the inner alchemy of sexual changes, we can recycle them up. Когда мы чувствуем сексуальное возбуждение и желание, то начинают производиться активизируются половые гормоны, и мы чувствуем вот эту внутреннюю алхимию, и мы можем переработать эту сексуальную энергию. So this practice we call a cosmic orbit and the healing love. И эти практики мы называем космическая орбита и целительная любовь. So that is in the recycling of all our energy back. The more we recycle, the more energy we have. И этот процесс называется переработкой внутренней энергии. Чем больше мы можем переработать энергии, тем больше успеха мы достигнем. So in this whole process we call return back to the primordial force, or we call born again process through the microcosmic to the cosmic orbit. И весь этот процесс мы называем возвращение к изначальной силе или возможности вторичного рождения, к процессу вторичного рождения, практике космической орбиты. And this is a very important part in the DAO training. Это очень важная часть в практиках в учении DAO. And born again. И это дает возможность родиться вторично. And in the Christian, everybody, when you entering the Christian, you have to be born again. И если вы христиане, во всех христианских практиках вы должны еще раз родиться. And usually we do is by baptize in the water or sprinkle the water and you're born again. И обычно это обряд крещения, когда вы входите в воду, и вы выходите из воды, и вы заново родились. Now, the first thing in the born again process is we establish our neo center. Первый момент вот в практике вторичного рождения, когда мы устанавливаем вот эту точку в нашем организме, которую мы называем тантьен, нижний тантьен работает. И вот этим самым вот как бы отростком из пупка, пуповины мы соединяемся с космосом.
That is how we get the forces from the universe, primordial forces. И вот таким образом мы получаем из космоса силу вот этой изначальной силы. And to flow in our circle. И мы замыкаем ее на нашу внутреннюю орбиту. So that we call the born again process. И этот процесс мы называем процессом вторичного рождения. So all the energy, the negative energy, the sexual energy, all the energy that we have, we can recycle them and flow back into the circle. И все энергии, которые мы имеем внутри, включая сексуальную энергию, мы можем перерабатывать их внутри, вращая по орбите и преобразовывать их. And this is another microcosmic orbit again. It's a circle. Это опять микроскопическая орбита, это на иллюстрация ее. Water always flow downhill. Здесь вода у подножия горы. So we pump, we turning the wheel, we pump the wheel, stepping on the wheel. Мы накачиваем эту воду, поднимаем вверх. And we pump the water upward. Поднимаем ее вверх. And we activate the fire. И мы активируем огонь. Дантиан fire, kidney fire, heart fire. Огонь в нижнем дантиене, огонь в почках и огонь в среднем дантиене. And when the water passes through the fire, it changes into the steam. И вода, проходя через огонь, она преобразуется в пар. There is another alchemy changes. Это еще одно алхимическое изменение. I mean, we have it every day, like the sun shining on the water. И мы каждый день можем это наблюдать, как вода, она светит на воду, солнце светит на воду. And it changes into steam. И она, вода начинает испаряться. Otherwise, we have no more world. А и в другом случае мы никогда, так сказать, не получим. The water keep on recycling every day. Yeah. Вода должна все время проходить этот цикл. Она испаряется, потом опять конденсируется, испаряется, конденсируется. So when we pump, we stepping on the water, we pump, we turn the wheel. Когда мы вращаем это колесо, вот в мельнице или в водяной, например, мы вращаем колесо, и вода поднимается вверх и вверх. So we pass the energy through the fire. И мы подводим воду к огню. And the fire will change to steam, and the steam, when it go high, it will condense. Огонь нагревает воду, получается пар, и затем пар поднимается вверх и конденсируется. And it rain down. И он выпадает вниз росой, дождем. Dripping down. Падает вниз. Okay, dripping капает. Down. Like water, dripping down, and it dripping down and go into to irrigating all the whole body to feed the whole system. И тогда вот этот дождь, вот эти капли воды, они как бы орошают всю землю здесь, вот на лесном дереве. So that we call a recycling of the forces. И этот процесс мы называем переработкой сил. If we don't have this process in the world is finished. И мы такой же процесс мы имеем в природе, в мире. Okay, that means we have no. If the sun don't shining on the dirty water and change to steam, in 5 days we have no more water to use. Everything is dirty water. И дело в том, что если солнце перестанет испарять воду, как бы пар перестает образовываться, то мы потеряем воду. Потом этот пар не сможет сконденсироваться и опять нам дать ту же самую. The next one is we aware of the forces in the universe. Второй рисунок иллюстрирует то, что мы должны знать вот эти силы в космосе, силы в Вселенной. We call the Heavenly Father and the Mother Earth forces. И мы их называем Небесный Отец и Мать Земля, сила Матери Земли. And that's why we go back to the primordial force, go back to the Mother Earth and the Heaven Father. И таким образом мы возвращаемся как бы к этой изначальной силе, к Матери Земли и к космическому Отцу. And that's how we go up, our awareness expands. И этот процесс показывает, как мы идем вверх, пока вот идет процесс развития, экспансии, как бы расширения. From Earth we aware up into the Milky Way galaxy to five elements. После земного сознания мы переходим в сознание Млечного Пути, потом в сознание. To the Tai Chi. Пяти элементов, символы Tai Chi, Инь и Ян. To the Wu Chi. И как бы конечная пустота. Now, this also, usually, when we never train or practice anything, our awareness field are very narrow. Когда мы только начинаем практиковать, наше сознание, наше знание мира очень узкое. So when we always see is go up, we see the moon. И когда мы поднимаем голову вверх, мы видим луну. And that's what the closest thing and the biggest thing we can see. Это вот единственное, самое большое, что мы можем видеть. And we see the sun and the galaxy, and the sun and the solar system. И солнечную систему. But nowadays, in the book,
We always can see from the book in the whole universe, you know. Но когда мы смотрим в книжку и читаем книгу, то мы понимаем, что есть еще вся вселенная вокруг. But our real awareness, our real awareness. И наше царство — это знание. We haven't actually go up aware enough into the solar system. И мы должны выйти с нашим сознанием за Солнечную систему. To the galaxy, to the north star, за ее пределы, deeper, в галактику, до северной звезды, до полярной звезды. To more galaxy, we call Virgo. This is 200. This is a 200,000 galaxies. 200 и таких галактик 200 миллиардов. 200 billion galaxy. So one Milky Way galaxy have 200 billion star. И только в галактике Млечного Пути у нас есть 200 миллиардов звезд. And we go up higher. И мы идем еще выше. The scientists still said this is observed only. They cannot know it. А ученые останавливаются как раз вот на этом, до вот этой системы. Они об этом ничего не знают. And what we call by God. И это мы называем Богом. Okay. So this area, God, Vuchi, Supreme Stillness. И вот эту область мы называем как бы конечную пустоту пространства, конечную пустоту пути. And we think we're in touch with God. И здесь мы думаем, это космический Бог. That how all the religions try to teach us. Это вот то, чему нас учат все религии. Дальше Бог. But that is the real force that we have to train. Но это настоящая сила, с которой мы можем тренироваться. And this is the awareness field. И это как бы чувство сознания, осознания всего. So the whole practice in the Tao, the first thing we want to return back to the original, to the voice, to born again, to mother womb. И то, что мы должны с самого начала, как первый шаг сделать в этой практике, это вернуться к началу, вернуться к пустоте и заполненной чистым светом и внутренним звуком. So the training is we started to aware the universe, the field of the universal field awareness. И мы должны, с чего мы должны начать? Мы должны осознать вот эту вселенную и, так сказать, почувствовать ее. And radiate out the quality of love and the truth from us. И мы должны, так сказать, и излучать два первоначальных качества — это любовь и правду. And when we turn inwardly, we started to aware ourselves, the soul. И процесс — это самосознание, как бы формирование собственного рисунка, собственной души. And in the first very simple level, we transform the energy. И следующий, так сказать, простой уровень, мы преобразуем энергию. So we have different kind of soul, spirit, and five element energy. И мы имеем на этой стадии энергию души, энергию духа и энергию пяти элементов. And the deeper level, we started to go into the regeneration of the DNA, the cell, and or creating new cells and the sexual energy. И следующий процесс самопреобразования идет уже на уровне ДНК, когда материя разбивается на нового ребенка и новые ячейки, которые создаются из сексуальных преобразований. So there's a different level that we are doing, and we're working a lot in our universal field, our gravity, our earth, our matter, our karma, all the things that we can be aware of it. Двигаясь с уровня на уровень, по мере усложнений их, мы приходим к изучению собственной природы, универсального поля гравитации, разделяющегося на формы материя, истина, мудрость, красота и кармическая память. So we work with heaven, sun, moon, star, and galaxy. И вот эти три драгоценности небес мы называем звезды, солнце и луна. And in ourselves we work with the spirit, the sun. The energy, the chi here, and the sexual energy, the jing. И три драгоценности человека — это дух шен, это энергия чи, и это сексуальная энергия тела чин. And the earth. We work with the land, water, wind. That is how the earth that we always in touch with. И три драгоценности земли — это земля, вода и ветер. Okay, so the first thing we do is we're talking about the second brain. Первое, о чем мы начинаем говорить, мы говорим о втором мозге. We have the Dantian for 1,000 years. The Tao training is the Dantian, the second brain.
И в течение тысячи лет в Дао учились, так сказать, оперировать со вторым умом, который находится на уровне нижнего дантьена. Because we have to learn how to lower this brain down to the lower dantian brain. И мы учимся, как опустить верхний ум в нижний дантьен. Now in the West, now they also discovered the abdominal, the intestine have the same neuron, the same cells. И недавно учеными было обнаружено, что в кишечнике есть такие же клетки, нейроны, которые имеются в клетках головного мозга. And it can send and receive impulses across experience and respond to emotional. И вот эти самые нейроны, они могут получать и посылать импульсы, такие же импульсы, как это делает мозг, записывать опыт и реагировать на эмоции. That means it can do a lot of work without always using the upper brain. It can do a lot of work. Этот ум может сделать очень много работы, которую обычно у нас делает верхний ум. This is the West that discover and they start to research more on the second brain. И вот здесь представлено как раз то, что западные ученые обнаружили в отношении второго мозга верхнего. So the intestine have the neuron. В кишечнике есть нейроны, которые могут учиться. And the whole Tao practice from Qigong, Ayin She, Tai Chi. Everything is using lower dantian mind to move our body rather than upper mind. И все практики даосские, включая цигун, тайчи, они учатся, как использовать нижний ум вместо того, чтобы все это делать верхним умом. So can they think? И он может не думать. That means yes, in the fusion of environment, we always use the organ to help thinking. И вот, кстати, в практике пяти элементов мы понимаем, что органы могут думать. Now the heart also have neuron with the they already have more study about the heart. И дело в том, что в сердце тоже есть нейроны, и есть определенные тоже статьи исследования по поводу сердца. And the title said the heart that foul it's killer. The heart that foul сердце находит сердце, которое находит своего убийцу. So one girl being killed and they cannot catch the killer. Дело в том, что какая-то девушка была убита и убийцу не могли найти. And the heart being transplanted to another girl, 10 years old girl. И сердце было пересажено другой девушке. And the girl started to scream and dream of a man murder the girl. И это, да, восьмилетняя девочка, она получила сердце убитой десятилетней девочки. И эта девочка начала кричать по ночам в своих снах. И, так сказать, the man who murdered her. И как бы кричала в этих в ночных кошмарах об убийце своего донора. To see the psychiatrist and to the policeman, and they actually describe how the girl being killed and how the man, and arrest the man. И в конце концов ее мама сказала своей дочери, arrest the man. Сказала, что ее дочь знает, кто этот человек, и она сказала полицейскому арестовать этого человека. So they started to, so the whole book talking about the heart actually can remember. И вся эта книжка говорит о том, что сердце способно запомнить того, кто убил человека. So, but apparently in the Taoism, the whole organ have brain. Every organ has brain. То есть в даосском учении считается, что каждый орган человеческого тела имеет свой мозг. So at the moment now we're talking about three brain. Upper brain, middle brain, lower brain. О трех умах, о трех наших дантьенах: верхний, сердечный и нижний дантьен. So the whole Tao practice are very emphasized in the three dantien and train the three mind working together. И вся даосская практика, она сосредоточена на работе с тремя дантьенами. So the lower brain, нижний ум, like the awareness, like radar, can expand to the universe. Нижний ум, он ассоциируется с осознанием, и он может расширяться до уровня вселенной. The heart, like consciousness, can watch what the awareness pick up. И осознание сердца может наблюдать, на что упирается это осознание, что оно схватывает. And the brain, like observation. Help observe. А верхний ум, он скорее всего обозревает, он наблюдает то, что происходит. So that's how it worked that way.
это как они работают. So we can start when we don't active too much on this upper brain. We can start to see the thing we don't see, and feel the thing we cannot feel, and hear the thing we cannot hear. И дело в том, что когда мы отключаем верхний ум, то мы можем увидеть то, что мы не видели, если не отключили его. Мы можем почувствовать то, что мы не чувствовали. Можем узнать то, что мы не знали. So we have the power to creating positive energy and multiply in the universe. И мы имеем силу создавать позитивные энергетические картины во Вселенной. That's how all the religions started that way. By one great master discovered the energy and multiplied the thought and teach more people to do the same thing. Это то, что происходило в каждых религиях. Очень священные, очень мощные люди, они находили вот эти источники в космосе, они получали их, и они начинали учить других людей, как обращаться с этими силами. So human energy has the same quality as the universal energy. И человеческая энергия, она имеет такую же форму, как и космическая энергия. So we are the children of the cosmos. We are children of the universe. И мы дети Вселенной. We have the same structure with all the cosmic particles. И мы имеем такую же структуру, как все космические частицы. So we know how to take the energy in, we have more energy. Как взять эту энергию и затянуть ее в себе, мы получаем больше энергии. So we're not only depending on food only. Мы не только, так сказать, зависим от своей земли, от своих ног. So we are the children of the star, we're the children of God. Мы дети звезд, мы дети Бога. And this is very important because when we change our mind, we expand. When we understand this and we change our mind, our awareness expands immediately. И когда мы изменяем свой ум, когда мы начинаем понимать это, то наша энергия моментально распространяется вовне. This is 1 billion light year away. Это один very far away into the space. Назад, вот свет. We call the Wuqi. Ultimate stillness, supreme unknown. Dark. Everything is darkness. Пустотой. And that is the beginning of oneself. И это начало всего. Это начало. So everything is one dot, one cell. Концентрируемся в одну точечку. And that is our galaxy. И это наша галактика. There has 200 billion stars. И в этой галактике 200 миллиардов звезд. So much star here. Так много звезд. But in here you have 200 billion galaxy. А вот в этой вот в первом квадратике у нас 200 миллиардов галактик. Because this one, to understand this one is so important part for your own inner practice. И вот понять это очень важно для вашей внутренней практики. Now we get closer to one dot only. И сейчас мы приближаемся к одной только 1,000 light year away. Это 100 тысяч световых лет. And we get closer and closer and closer into one. С каждой картинкой мы приближаемся все ближе к этой точке. So we pick up our galaxy and we get closer and closer into one galaxy. One dot is our solar system. И вот эта точка по одной последней картинке это наша Солнечная система. And we blow the galaxy, our solar system bigger, and we see the orbit. И все это опять мы увеличиваем все ближе туда. Мы уже видим вот орбиты звезд, орбиты планет. Blow one part of that is where our Earth are. И вот на этой орбите наша Земля крутится. And that's closer and closer. This is our Earth. И вот мы видим все ближе, и вот уже мы видим шарик Земли. And we closer now, we see the Earth. Мы еще ближе к Земле, мы уже видим поверхность Земли. And now this guy, because he's American, so he blow the Michigan lake. А вот здесь мы уже видим, облака над Мичиганом. Вот это, видимо, озеро Мичиган. You can see a very big lake and the land, so easy to find. И мы видим здесь землю, мы видим вот берег этого самого озера. In the space, you can see them very big lake. Из космического пространства, с космической орбиты, вот хорошо видно все. And they blow one part of the lake. Только часть, еще ближе приближаемся, это часть озера где-то берег. Closer you see the lawn and a man and woman there. А еще ближе приближаемся, мы видим уже здесь лужайки, людей, идущих по ним. And you blow one part of the hand. И теперь мы уже сфокусировались на чьей-то руке. Get closer to one dot of the hand. И теперь уже на точке на руке мы уже видим кожу. And достаточно blow one cell really big. А теперь уже, так сказать, на большие клетки мы видим кожные. And it's so big, until you go into the chromosome. И так вот, проникая в кожу, мы уже начинаем видеть хромосомы. To the gene.
проникаем геном. And you blow the gene and chromosome very big. И теперь вот мы увеличиваем уже ген до размеров нашей картинки. And that is trillion, that become a trillion star again. И опять мы выходим в область, где как бы триллионы звезд. And you blow them very big into one cell only, and this we come back to the voice again. Ближе, мы опять получаем точку. And that we call our own universe. И вот когда мы движемся из космоса внутрь, в микрокосм, мы опять выходим в тот же точку космоса. So each chromosome, when you blow them bigger and bigger, bigger, the gene between one gene to the next is like from here to the sun, to the galaxy. Хромосомы выходим на уровень генов, мы опять понимаем, что это соединение как бы с космосом, с внешним космосом. That's why now we discover the technology of the gene. И это то, что называется технология, генная технология. And that each gene can contain all the information that we have. Дело в том, что в одном гене содержится вся информация, информация всей Вселенной, всех галактик, всего мира. Now the scientists only can break down one generation information. И ученые могут проникнуть только на одно поколение информации, на один уровень информации. That means one gene contains all your record of your whole life from your born until now. И дело в том, что ген содержит всю информацию, абсолютно полный набор информации от самого рождения до теперешнего времени. One so little tiny thing that remember everything that you have. И вот эта мельчайшая частица, она помнит абсолютно все. And if they can break down, they can actually know what your mother, your father eat and what they do. И проникая в этот ген, ученые могут обнаружить, что делали ваши мама и папа. And they believe that one single gene remember all your history. I mean, from the beginning that the human until now, they remember all of them. Если проникнуть в ген дальше, то в этом гене содержится информация обо всем, обо всех, кто рождался на Земле, обо всей истории Земли. So that is the voice. So when you turn, the first thing when you sit, you turn in. Сначала, когда вы больны, вы смотрите внутрь себя. You get deeper down into your dantian and become so big, like the vast. Вы спускаетесь все глубже и глубже в ваш нижний дантиан, и вы становитесь таким большим. When you go into the cell and get bigger, and finally you go into the darkness. И вы спускаетесь, когда вы достигаете размера уже клетки, вы становитесь все больше, расширяетесь в пустоту. And when you go to and you get closer to one dot and you get bigger and bigger again. Чем ближе вы спускаетесь в эту точку, тем больше вы становитесь, тем больше вы можете расшириться. So we have our own universe. Наша личная, наша собственная вселенная. Connecting with the universe in the outside the universe. They're connecting. С внешней вселенной. И они обмениваются. So this picture and the other picture, they are the same picture. И вот эти картинки, те, с которых мы начинали, и те, которыми кончится, одна и та же картина. So that is beginning of born again process. И это начало процесса вторичного рождения. Universe, to the назад voice. К вселенной. Now, when we are in a mother, the energy and oxygen and food come in. И когда мы еще находимся в зародыше, в матке, то вся энергия, которая приходит, она приходит and через половину, и она достигает сердца. When we cut, когда мы уже перерезаем пуповину, no more energy come into their navel, то вся энергия, она все равно спускается в наш поток. So we started to be our own. И тогда мы становимся самими собой, когда она замыкается через пупок. So the whole process is finding a way to back to connecting with the Mother Earth. И поэтому, когда мы уже родились, again. То весь процесс заключается в том, что опять соединиться этой пуповиной только с Матерью Землей. So, a few very simple theory in the Tao that we're going to be stick with the theory of practice. И в Тао есть очень простая теория, когда мы начинаем практиковать, вот мы должны знать эту теорию. The goal of the Tao is to achieve freedom. Цель Тао – это достигнуть свободы. Okay. No one outside ourselves can rule us inwardly. И никто, кроме нас самих, не может направить нас. When we know this, we become free. Когда мы знаем, как действовать, как обращаться с собой, мы становимся свободными. So nobody can conquer anybody forever. Никто не может с нами соревноваться в этом. Or rule somebody forever.
Никогда никто не может сделать за нас то, что мы должны сделать сами для себя. But some systems try to rule us inwardly, and they want to control our soul and spirit. Но некоторые системы, они пытаются руководить нами изнутри, нашим внутренним миром. They claim. И они хотят контролировать нашу душу и дух. They can control your soul and spirit. Они могут контролировать душу и дух. But when we understand the way of spirit, emotional, and physical independence, they're all independent. Nobody can control you. Но когда мы начинаем понимать вот этот путь духовного, эмоционального, физической независимости, никто уже не сможет нами руководить. Understand the voice of the universe. Мы начинаем понимать звуки Вселенной. We are free. Голос Вселенной, и тогда мы свободны. Now, there are many religions in the world. You don't believe me, you go to hell. И многие религии говорят, если не будешь верить, вот в ад сразу попадешь. And you're going to suffer forever in the hell. И будешь страдать в этом аду всю жизнь. You give the money to build this and that, you go to heaven. И ты должен дать деньги, чтобы попасть на небеса. But apparently in the Tao we believe that nobody can control your soul and spirit. You the one that control them. Но в Дао считается, что никто не может контролировать ваш дух и вашу душу, только вы сами. The whole practice in the Tao is achieve internal harmony. И эта свобода в Дао достигается через установление внутренней гармонии. Yin-yang. Yin и Yang. The internal harmony comes from the understanding and balancing of our own energy inside us. И внутренняя гармония, energy balancing. Она происходит от понимания и балансировки нашей энергии внутри нас. Balancing and harmony is power. Уравновешивание и гармония – это мощь, это сила огромная. When is a harmony and balance is force. И гармония, и уравновешивание – это сила. So, we want power, we want our force. Мы хотим мощи, мы хотим силы. Have to come from inner balancing and harmony. И это может быть достигнуто только путем внутренней балансировки и гармонии. Okay. And the harmony comes from clarity and spiritual achievement. You practice good, perform good, and good spirit is come. Гармония приходит от внутренней ясности и духовных достижений. And come from our inner balancing of our own energy within. И происходит от понимания и балансировки энергии внутри нас. And that is harmony. И вот это и есть гармония. The next theory we call win-win situations. И следующую ситуацию мы называем win-win. Every day in our life, if we can make the situation nobody win and nobody lose. В нашей ежедневной жизни никто не побеждает и никто не становится побежденным. So the yin push the yang and the yang push the yin. Инь толкает ян, и ян подталкивает инь. So nobody lose and nobody win. Никто не, так сказать, не потерпел поражение, никто не победил. So in our everyday, in any situation, if we can make people feel they are winner and you also are winner. В нашей ежедневной ситуации мы чувствуем, что человек победил, и мы чувствуем себя победителем. But oftentimes in our situation is I want to be the winner and everybody be the loser. И мы как бы привыкаем, что я хочу всегда быть победителем, а все остальные пусть они будут побежденными. So there's too much competition inside the world. Очень много соревнований в нашей жизни. And they keep on competing itself and killing each other. И они все время убивают друг друга, победители, побежденные. Это постоянное сражение. In the Tao is nobody win, nobody lose. Но в Дао этого нет. Никто не потерпел поражение, никто не победил. When we harmony is the key of life of individual. И гармония – это ключ жизни. So eventually the society, the mankind, and the nature will be started to harmony and support each other. Гармония в природе – это приносит наибольшее питание для внутренней гармонии. When people find the internal harmony, when people are not internal harmony, they want to give trouble to themselves and trouble to each other, creating more trouble for the society. Если люди не могут достичь внутренней гармонии внутри, это не вредит не только им, но и внешней окружающей среде. And we destroy all the nature. И мы разрушаем нашу природу и других. And make the whole thing very unharmony. И мы делаем другие вещи, все окружающие нас очень негармоничными.
So how many come from understanding ourselves, our own mind, our body, energy within? И гармония, она начинается от внутреннего понимания, от нашего собственного, от внутреннего понимания нашего ума, нашего тела и энергии внутри нас. There are so much money spending in say I am right and you are wrong. И так много энергии, так много денег уходит на то, чтобы доказать, я прав, а ты не прав. I mean, I stay in the state for 25 years. The most expensive part is lawsuit, lawyer. И самое, так сказать, в 25 лет уже в Соединенных Штатах самое популярное дело – это судебное разбирательство. So everybody says, shoot the lawyer, shoot them. И каждый хочет убить этого юриста. Because they try to prove you are right and the other people wrong and very expensive. Потому что юристы хотят их работа доказать, что вы правы, а все остальные не правы, это очень дорого. So the conflict between right and wrong is the sickness of human mind. И конфликт между тем, что я прав или не прав, это заболевание ума. So we're going to do first the spark of breathing. И что мы сначала должны сделать, это дыхание. So let's stand up. Давайте встанем. Very important part is очень важная часть. The second tail and the chin come down. Вы должны вот так вот придвинуть подбородок поближе к and the chest stick out to the front. А грудная клетка немножко наружу вот так вот. We have many instructors can go around and check people. И инструкторы в зале есть, вы подойдите, пожалуйста, к группам людей, которые не знают, помогайте. So inhale. And when you exhale, you curve your spine. Exhale. А когда мы выдыхаем, то мы сжимаемся. Inhale. Вдыхаем. And exhale. И выдыхаем. Curve your spine. Inhale. Вдыхаем. And exhale. И выдыхаем. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Inhale. Exhale, cloudy gray color out. И выдыхаем такую облачную серую энергию из наших людей. Inhale. And exhale. One more inhale. Еще golden раз. Light into Вдыхаем. Your spine. Exhale. Cloudy and gray color out. Такую дымную серую энергию. Rest. Okay. So that the spark of breathing is activate the sacrum. И вот это вот дыхание крестцовое, оно we call the sacrum pump and the spinal cord pump. И тогда крестцовая область начинает работать как помпа. So the sacrum when you move it will pump the energy up to the spine. Когда вы двигаете крестцом, он накачивает энергию вверх по позвоночнику. And the cranial pump. И помпа черепная. So the cranial pump here, cranial. So when you put your chin like this, and you activate the cranial pump. Когда вы принимаете вот эту позу, то вы активизируете черепной насос. Now when you do like this, you not activate them. Когда вы вот так вот вы ставите голову, то активация не происходит. Okay. Your chin has to be down. Вы должны подбородок упереть вниз вот так, чтобы активизировать черепную кость. You feel something are pulling on the back here. И тогда вы здесь почувствуете вот тут натяжение okay. определенное. So the next one, we're going to be do the empty force roll the stomach. Следующий шаг, когда дыхание пустой силы создаст вакуум в вашем желудке. And we're gonna start in the navel area. We roll the rolling. И мы начнем вот вращать вот эту область вокруг пупка. And after that, we have lower part, upper part, left and right.
И вот относительно этой центральной части у нас есть верхняя, нижняя, левая, правая части пупочной зоны. This actually is a very important exercise. Это очень важное упражнение. And we should do every morning. И мы должны каждое утро его делать. Okay. And to activate the lower dantian energy and to empty all the trapped energy inside it. Таким образом, мы это упражнение должны делать каждое утро, чтобы активизировать энергию в нижнем дантиане и очистить наши внутренние какие-то неправильные. So first we inhale. Сначала вдохнуть. And when we exhale, we flatten down the stomach. И когда мы выдыхаем, мы как бы сжимаем желудок. As much as you can. Как сильно, как вы можете сами. Usually they said, the navel touch the spine. The navel near touch the spine. То есть практически задача такая, что пупок достиг позвоночника. Так втянуть нужно в себя. Now you hold your breath. Вы hold your breath. Ага. Вы задерживаете дыхание. And you just use your finger and hand roll the stomach. И вы помогаете пальцами и руками нажимать на живот, вращать желудок. Push to the front, roll back. Like this, rolling. Снизу вверх. Rolling. So you keep on rolling, like you scooping the stomach like this. Вы как бы подтягиваете, потом выпускаете эту область живота. And after that, when we are so empty, you draw the air. И когда мы уже совершенно пустые, мы делаем так и поднимаем вверх. It draw into the lungs. Доводим ее до уровня. Draw into the stomach, draw into the small and last intestine. Опускаем в желудок, потом в кишечник и так до последней точки до прямой. This is very, very important part in the Tao we call swallowing the cosmos. Это очень важная часть Тао, которая называется проглатывание космоса. In the beginning, a lot of people, if you have a trapped intestine. Если у вас есть какая-то ловушка, если есть какой-то блок в кишечнике, the energy is stuck inside you. Она здесь застревает внутри вас. But when you have more air in, you help compose all the food that are not digested. И дело в том, что это происходит потому, что некоторая часть пищи, которую вы поедаете, она не переваривается. So we know that a dirty water. Мы знаем, что грязная вода, например. The only one way you can make the dirty water become good water is you put air inside there. И для того, чтобы okay. сделать хорошую воду, нужно you туда chew. Накачать воздуха. And the water turned to good water. И тогда вода становится хорошей. The garbage. То есть мусор. You roll the garbage with air inside there. Если мы перемешиваем мусор с воздухом, it turned to compost. Он становится компостом, удобрением. Okay. So that is the now the intestine also can absorb a lot of oxygen into the system. И вот ваш кишечник может захватывать достаточно много кислорода. And after that, we're going to be started to mixing the saliva. И с этой точки мы начнем, так сказать, учиться тому, как смешивать нашу слюну. When we eat, we chew. Well, we mix Когда the saliva едим, with food. И мы смешиваем слюну с пищей. So in the thousands, eat your liquid and drink the food. И мы должны съедать жидкость и пить пищу. But in this one, we will start to mix the saliva with cosmic chi. И мы должны научиться смешивать слюну с космической ци. So when you chew like, когда вот мы будем делать вот такие, you get движения, the chi energy into the saliva. И мы таким образом притягиваем вот эту энергию чи в слюну. So the saliva have more chi and more energy and more oxygen in there. И в слюне накапливается больше чи, больше энергии. And when you beat them. И затем мы перемешиваем это. And when you swallow down in the right way, like tighten your neck and swallow very hard. Проглатываем это и проталкиваем вот специальными движениями шеи вот так вот. And swallow down. И заталкиваем ее вниз. The saliva turn to be energy. И вот эта слюна, она потом превращается в энергию. So in a thousand say, if you do this swallow every day, you are absolutely don't know how you can get sick. Дело в том, что даосы говорят, что если вы делаете это упражнение, каждый раз проглатывать слюну, то this вы уже никогда не заболеете, потому что у вас будет куча энергии. This empty force rolling the stomach and swallow the air and mixing the saliva and swallow it down. If you practice every day, at least 50 to 100 times a day, you're very hard to get sick.
Дело в том, что если вы будете каждое утро смешивать слюну с воздухом, потом проглатывать ее и делать эти вращения с желудком, то вы никогда не заболеете, потому что у вас накопится огромное количество энергии. You bring a lot of air and qi and cosmic energy into the system, the germ cannot grow. Дело в том, что если вы накачаете такое количество чи и такое количество воздуха в вашу систему, то как бы микробы никогда не смогут вырасти в вашем организме. Only we can get sick because our system are so wet, so sticky, no oxygen, nothing flow. И мы заболеваем только потому, что у нас слишком нет кислорода, у нас накапливается куча там мусора и так далее, который мы не умеем перерабатывать. When the germ come in, they say, "Oh my God, this is my heaven." И когда туда приходит еще и микроб, он говорит, ну, Господи, это моя земля, это моя вселенная. They grow. И они начинают расти, им там очень нравится. But if you get air, oxygen, saliva with more air in, they kill. Но если в вашу слюну вы сможете накопить очень много кислорода, кислород проходит в ваш организм, им там уже не дожить. It's just absolutely amazing, you know. Это очень удивительная вещь. Like 20 years ago, when I back to Thailand, 20 лет, например, назад, когда я вернулся в Таиланд. That time all the river in the Thailand is smelly, black and dirty. Вся вода в Таиланде в то время, она была просто такая грязная, такая ужасная. And people just dump everything into the river, you know. И они туда все сбрасывали в эту реку. And the king come out and said, "No, if we go like this, we die." И Nothing король сказал, all the fish что die, если вы you know? Будете продолжать все это делать, мы все в конечном счете умрем, потому что воду допить это нельзя. All the fish die, and so the king started to make the rowing, adding the oxygen into the river. И вся рыба умерла, и тогда король принял решение, что нужно добавить, то есть найти, как сделать какие-то установки, чтобы кислород в реку So he make a lot of them, you know, and put in all the river and rowing like that. Специальные установки, они были установлены в реках и производили этот кислород. So add oxygen into the water and In a year or 2 years, all the water become clean again. Достаточно добавить кислород в воду, и 1-2 года, и вода становится чистой. This is a very important practice. Это очень важная практика. Now, so you after you beat the saliva. Как только вы начинаете накапливать слюну вот такими движениями. And you started to smile to the nature and the universe. И вы начинаете улыбаться природе и вселенной. Have a suction in here. И вот такой звук всасывающий. So you feel you draw the cosmic chi into the saliva. Космический чи поступает к вам через смешивается с слюной. Into the saliva. And you beat again. И вы опять накапливаете слюну. And when you have enough saliva, tighten the neck. Прижимайте подбородок к шее. Hold your breath and swallow it up. И проглатываем слюну. And this is in olden time, they never written down in the book. How вот эта техника, она никогда в книжках не была записана. Это была очень секретная техника. But they always mention you must learn how to swallow the saliva in the right way. Но абсолютно необходимо для наших практик знать, как проглатывать. And you must find a master willing to teach you. И вы должны обязательно этому научиться. In the Bible is written down water of life. В Библии записано, вода – это жизнь. And this is water of life. И это вода жизни. Okay? Because the more you swallow, the more life you get and more healthier you're going to be. Поэтому чем больше вы проглотите вот такой слюны, тем больше жизни будет в вашем организме. Okay? So let's do this practice. Давайте займемся этой практикой. This is very important practice that now you have to do every morning. Это очень важная практика, надо же каждое утро это делать. Okay, inhale. Exhale. Выдохнули. And inhale again. Опять вдохнули. Exhale. Выдохнули. Never touch the spine. Пупок просто прижимается к спине, как кто как может. Hold your breath. Задержите вдохание. And roll. Use your hand to help roll.
Beat the saliva. Начинаем двигательно. Замышляем. Move your tongue. Двигаем языком. And cover your kidney, knock your teeth. Почек. Left, middle, right, nine times. Слева, средняя, стучим зубами. Слева, средняя часть и справа. Middle. Средняя часть. Right. Право. This is so important because it's strengthening all your teeth, your gum, and all the bone in the body. Дело в том, что эта техника очень важна, потому что активизируются ваши зубы, ваши десны и все ваше тело. All my teeth is the real teeth, still real teeth. Это настоящие зубы. Чувствуете, как? After 50 years using them. And swallow them. Проглатываем. Now, before we go, think about the beautiful forest river. Прежде чем начать, почувствуйте очень красивый лес река. Draw the chi into your throat and your mouth. Затяните чи в ваш рот. Exhale. Выдохните. Tighten your neck. Прижмите к шее. And we swallow down. Проглатываем. So the next step, after we swallow, we're going to roll the Tantian fire, roll the saliva. So you feel a Tantian Yin and you spiral, roll it. You roll it. So you feel the Tantian are rolling and the saliva turns to chi immediately. И в этот момент слюна моментально превращается в чи. Now, the saliva will help kill all the germ bacteria in the whole system in the body. И слюна вылечит все, убьет все бактерии. Moisturize the organs. Add more oxygen into the body. Она добавляет больше кислорода в ваше тело. Contain longevity hormone. Она содержит гормоны долголетия. Preventing the tooth decay. И она предотвращает кариес. When we, you know, water, a good water because it has oxygen inside. Дело в том, что хорошая вода всегда должна содержать в себе кислород. It's very important. Это очень важно. When there's no oxygen, если нет кислорода в воде, не нужно. Saliva is the most fluid in our body. Дело в том, что слюна это основная жидкость нашего тела. So when we get more oxygen added into the saliva, is the best of the best energy you can have. И дело в том, что чем больше мы добавим кислорода в нашу слюну, тем лучшую, самую лучшую энергию можем произвести внутри нашего организма. We're strengthening all the tendons through the working with the tongue and the sexual organs. Следующий шаг: мы должны усилить и удлинить все связки, все сухожилия через работу с языком и сексуальными органами. The tongue connecting to all the tendons.
Дело в том, что наш язык соединен со всеми. So we exercise the tongue. И если мы делаем упражнение с языком, вот такое. It's very important. Это очень важно. You stress all the tendon in the body. Вы сразу натягиваете все ваши сухожилия в теле. And when the tendon getting shorter, and it will cause the tendon on the back and the sexual organ also getting shorter. И если у нас укорочены сухожилия в районе сексуальных органов, то and you get back pain. То у вас и в районе креста, то у вас начинаются радикулиты, всевозможные боли в спине. So we're going to start with split. We do the same thing. Roll the stomach. We split the tongue out. Мы делаем вот такой звук. And we roll the stomach. Мы начинаем вращать желудок, живот. Okay, so we're going to do this part. Мы будем делать эту часть. So we stand up. Встаньте. So inhale. Вдохните. And exhale. Again inhale. Опять вдохните. Exhale. Roll the stomach. Начинайте вращать животом. Spit the tongue more out and pull the sexual organ up. Подтяните вверх сексуальный орган. We go to three more and we do the saliva and we swallow saliva. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale, tongue out. And your feet, left. Middle. Right. Now, we're going to suction in the sexual organ, suction in your throat, suction in your mouth. Mirai Brown. Natural forces. Universe galaxy forces. Вселенной галактики.
prepare to swallow. Roll, feel a fire rolling in your tongue here, in your navel, and burn the saliva into chi immediately. No need to digest. When you mix the saliva very well, and oxygen and cosmic chi, it becomes energy immediately. Не надо переваривать слюну. Если она смешана достаточно с кислородом, с космической энергией, она моментально превращается в чистоту. Feel the dantian warm. Чувствуете, как разогревается дантия. There is one major fire. Это главный огонь нашего организма. Rest. Feel the navel warm, the saliva turn into chi. Чувствуете, как идет разогрев, как слюна превращается в чи. Now you add oil into the lamp. Таким образом вы добавляете масло. Adding oil into the lamp. Наш огонь горит, как огонь лампы, в эту лампу добавляется еще масло, горит еще. Rest. And when after you do the inner mind meditation, the old whole aura И вот на внешней части рисунка изображено, no, что произошло no после медитации внутренней улыбки с аурой. Okay. And this is another person. А это еще другой человек, мистер this Жавье. Before he do the inner mind. Это за ночь до медитации, вот эта аура сфотографирована спереди, справа и слева. А это после практики внутренней улыбки. You can see that really can measure the whole aura energy. И дело в том, что вы видите, что меняется энергия ауры. Also, this one is another charge. Это еще, да, так сказать, другой чертеж. The blue one is before. Вот голубая это до практики. And the red one is after. А красная после. Expanding bigger. И вот красная начинает быть более широкой. It's more even. Вот здесь нарисован, я на красный покажу просто. Наверху это кровь, кровеносные сосуды, голова, горло, сердце, кишечник, печень, почки, позвоночник. So а вот там слева кровеносная нервная система, лимфа, эндокринные органы. Are improving. То есть okay. Состояние органов улучшается после этой медитации. So we're going to do the smile. Сейчас мы начнем разговаривать о внутреннем уровне. And very simple. Это очень просто. This is the most practice I do from my beginning. I learned until now. I still do that. Самая популярная практика, которую буквально с самого начала до сих пор использую. Because every single practice you need the inner smile. Потому что каждую другую практику вы обязательно должны добавить практику. Smile inside you, smiling to the universe. They all way you have to do it. И вы всегда должны улыбаться внутрь себя, улыбаться вселенной. Это обязательно нужно делать. So the really little smile, not a big smile. Очень такая маленькая улыбка, немножко только. Like you pick up the corner of your mouth. Только кончик губ входит в дверь. And very interesting, you know, when we blow off bit of this Mona Lisa, you see here. И вот если мы посмотрим на картину Мона Лизы, на картину Мона Лизы. Like the beautiful smile, very little smile. Вот здесь очень очень красивая улыбка, очень маленькая, очень нежная. And you smile like this up, you get the whole energy coming in. И когда вы вот делаете такую улыбку, так сказать, сами, то очень много энергии приходит сразу в ваше тело. So we combine with the inner И таким образом вы соединяетесь с универсальностью. The series of true love is to be lovable.
Секрет настоящей любви – это быть любимым. Процесс улыбки – это все равно, что сказать «я люблю тебя» с полным сердцем, и с радостью, и с благодарностью. Первое, что мы делаем, мы опустошаем верхний, убираем его нижний тантин. And we, the more we get deeper and deeper, we can see the self, we're smiling to the self. И тем глубже мы сможем опуститься, тем дальше мы дойдем до клетки и улыбнемся уже самой клетке. Что у человека, который не курит, у него сердце меньше. Now, when the people smoker, the heart getting big, many times bigger, you see. И когда у курящего человека сердце увеличивается, оно намного больше, чем вот на верхней картинке. And the lung very black. А легкие становятся черными. Now, when a pregnant lady smoke, the когда smoke вот go into вот, the baby. Когда вот эта беременная женщина курит, она курит и в своего ребенка. And the baby immediately get all the nicotine into the blood. И ребенок немедленно получает никотин через пуповину. Now there are more research. They said the parents smoke. And children will be smoke and become very violent, like drinking alcohol and smoking and coffee. There's three things now. They're very есть important. Есть три важных вещи: это курение, алкоголь и наркотики. И если это делают родители, это передается потом детям. And creating a very violent child. И вот здесь возможно, что дети будут совершенно такие вот, ну без. Because the baby are very easy to take the alcohol. And nicotine and caffeine into the system. И вот кофеин, алкоголь и никотин, они легко проникают в систему. And when they grow up, it become very violent. И вот когда они вырастают, эти дети, в организм которых вот эти все три вещества попали еще до рождения, они становятся практически violent. This one they use the heat, heat sink, what they call the heat sinker, That means measuring the heat. The blood circulations. The heat. Здесь с помощью тепла, как каким-то образом, да? Before the smoke. Вот изучается ладонь. The blood flow very well in the До курения, вот вы видите, да, картинка какая получилась. After the smoke. После того, как она покурила. The blood get lesser, and when finish смокинг, very little circulation into the крови уже меньше намного в ладони, и когда она уже накурилась, то тут ее практически не видно. And they discovered that the leg, when the people smoke many years, и было доказано, что когда люди курят в течение многих лет, то ноги, the vessel in the blood vessel are clogged and closed. Закупориваются сосуды кровеносные в ногах. И вы видите, как постепенно в процессе курения ноги уже просто теряют. In Thailand now they figured out they put the sign on smoking may cause lung cancer. И вот в Таиланде есть такие объявления, что курение может довести до рака легких. People don't care. А людям, в общем-то, им все равно. Now you smoke 20 years and get cancer, it's okay. Если они 20 лет курят и у них рак, ну что, им все равно. Now they change. Теперь они поменялись. Smoke may cause impotent. А вот теперь новое объявление. Курение вызывает импотенцию. Now, when a man smokes for a while, they think, oh my God. И человек курит, потом так посмотрит, говорит, что это я делаю, это я же импотенция. The penis not gonna stand up anymore. Больше пенис мой не встанет, что делать. But still people are still smoking, you know. Но некоторые до сих пор все-таки курят. And smile to the kidney. И улыбайтесь почкам. And blue kidney cell very beautiful. И голубые клетки почек становятся красивыми. Cover the kidney and smile. Улыбнитесь вашей почке, да, улыбнитесь вашей почке. And start to spiral. И закручивайте опять-таки энергию в ваших трехгатенах. And the universe will spiral and charge you again. И вы затянете в притяните свое тело универсальную энергию и зарядите ваши тридантьены. And smile to the sexual organ. Улыбайтесь вашим сексуальным органам. Это цвет розовый. The cell when we feel arousal. Когда мы чувствуем возбуждение. The cell when we have split when we have an eight hertz. И ячейки клетки делятся, когда частота. And chromosomes split. И хромосомы. Хромосомы, they split. Хромосомы расщепляются.
and they come together and creating a new cell. И они потом соединяются вместе, создают новую клетку. So when we feel arousal and we feel compassion, когда мы чувствуем возбуждение, то очень важно, чтобы частота вот этого достигала, частота в этот момент, когда мы чувствуем возбуждение. So the music 8 hertz, 12 hertz, 24 hertz is very good music. Дело в том, что очень хорошая музыка, когда частота ее достигает. Ассоциируется, вот если она делится на эти 8 Гц, то есть она как бы составит. But да? Some of them is not this in this frequency and make terrible frequency for the body. И некоторые вот эти вот некоторые мелодии, некоторая музыка, она не кратна вот этим частотам. So when you feel compassion, love. So when you feel compassion and love and feel arousal or orgasm. Когда мы чувствуем симпатию, любовь и энергию возбуждения, оргазма. They're creating an 8 Hz per second. Это начинает частота вырабатываться 8 Гц в секунду. And the cell and the DNA and chromosome will split and come together, creating a better cell. И на этой частоте клетки расщепляются, а потом создают новые клетки, которые уже лучшего качества. So that way, when you smile, the sexual organ feel arousal, orgasm, you know, very good. Потом, когда улыбаетесь своим сексуальным органам, чувствуете возбуждение, оргазм тоже хорошо. That way, sex always sound. Это поэтому секс всегда как бы очень хорошо. Okay. And we spiral in the Dantian and spiral universe and feel the universe charge the energy to the И мы опять притягиваем энергию из Вселенной и заряжаем нашу Дантиан. And the last one is the liver. И последний это печень. Liver. Печень. So the and with the green color, kindness, generosity. Это яркий зеленый свет, это великодушие. Liver and gallbladder. Это и мы улыбаемся и печени и желчному пузырю. When we get the connection, и мы когда достигаем этого соединения этой связи, мы закручиваем эту энергию. And then the universal spiral and charge the Dantian charge. И космическая энергия заряжает нашу Дантиан. Зеленым цветом вот этот зеленый цвет. Hitting the door light and the Dantian. Мы начинаем чувствовать жизнь в Dantian. Do a smart of breathing now. Exhale, cloudy and gray color for now. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Чувствуйте, как ваши связи, суставы расслабляются.
Breath. Sit down. How was your navel? Start to slide out to your navel. Lift up the corner of your mouth. Смотрим down to your universe. Улыбайтесь вашему вселенной. Dark empty space. Started to feel your navel started to spiral like galaxies spiraling. И чувствуете, как вокруг вашего пупка закручивается энергия, ваша галактика крутится вокруг вашего пупка. Where the heart and the brain, the crown spiraling also like galaxy inside your spiral. И вокруг ума и вокруг пупка вы чувствуете, как закручивается эта энергия внутренней вселенной. And the universe around you are spiraling. И вселенная вокруг вас тоже как бы закручивает. Smiling down to your heart is small and casting the red light. Breathe in the red light, love, joy, happiness. Вдыхайте красный свет, радости и счастья. Grow the good virtue energy, change the negative, the hatred into love. Чувствуйте, как растет позитивная энергия сердца, и дайте негативную энергию уйти. See the cells of the heart and small intestine are smiling and feel it. Чувствуйте, как клетки сердца и тонкого кишечника улыбаются вам. Feel you breathe in the red light into the heart and small intestine. Чувствуйте красный цвет в вашем сердце и в вашем тонком кишечнике. Now leave your hand there and put your mind in your tangen and start to spiral. Теперь сконцентрируйтесь на вашем гантии и начинайте закручивать энергию вокруг сердца. Actually, is any direction is okay. В принципе, можно делать это в любом направлении. Only you can feel it spiraling. Единственное, что вам нужно почувствовать, это вот такое спиралевидное закручивание. And the heart center spiraling. И вокруг этого центра сердца идет закручивание энергии, вращение. And the crown center spiraling. И они крестом как бы со всех сторон встречаются эти спирали. Feel the universe started to spiral and charge into your three dantian, to your crown, to your heart, to your dantian. Вы чувствуете, как вселенная начинает давать энергию, энергия эта закручивается в ваших трех дантианах, в трех дантианах, верхнюю, среднюю и нижнюю. And charge to your heart and small intestine.
и загружает ваше сердце, это вы пишете. And the energy spread out to your whole body. И энергия оттуда распространяется по всему вашему телу. Move your hand down to your lower part, your lower left side. Опустите руки spleen, pancreas, and stomach. На область поджелудочной железы, селезенки, это слева. Smile to your spleen, pancreas, and stomach. Улыбнитесь своей селезенке, поджелудочной железе и желудку. Aware the yellow light, breathe in the yellow light. И почувствуйте желтый цвет, яркий желтый цвет, вдохните его. Fairness and openness energy grow in your spleen, pancreas, and stomach. Энергия открытости и справедливости начинает расти в этой области. So worry and anxiety have less room to grow. Беспокойство и какая-то нервозность, они начинают выходить из вашего тела. But it's still going to be there. Ну, возможно, они еще не могут там стоять. Now spiraling, leave your hand there and spiraling your tanti and heart and crown. Начинается закручивать энергию в трех дантиянах. Touch your lung. Прикоснитесь к области. Smile to your lung, white light. Correct lung and large intestine. Это легкие и одновременно задействованные толстые кишечники. Reading the white light and courage into your lung. Вдохните белый цвет смелости, мужества в легкие. So fear and nervousness have less room to grow. Страх и нервозность начинают уничтожать. Breathe in the white light. Вдыхайте белый цвет. Smile to the cells of the lung. See all the cells smile. Улыбнитесь всем клеткам ваших легких. Every time, every year when I travel around the world and I teach the inner smile alone, people keep up smoking and drinking. Международные туры по всему миру, то обычно после этих упражнений люди перестают курить и All that they do is really smiling to their cells and they started to see the cell suffering from all this toxic. Дело в том, что как только начинаете практиковать вот это упражнение, вы начинаете видеть свои клетки, и вы видите, как они страдают от токсинов, которые образуются, когда вы курите или пьете. See them smile. Почувствуйте, как они выглядят. Bright white light. Яркий белый свет. Now just move, leave your hand, touch the lung, and put your mind spiraling in your tantien and the universe. Опустите ваш ум сейчас в легкие и начинайте закручивать энергию. Spiral until your tummy is very warm, and the universe starts to charge you. Почувствуйте, как вы загреваете дантиен и как вселенная заряжает его. And it starts to charge your lungs. И эта энергия начинает заряжать ваши легкие. Let the universe charge your lungs. Еще раз представьте себе, как Вселенная заряжает ваши лунги. Move your hand down to your kidney, cover the kidney. На область почек. There is winter season. Lung is fall season. Это зима. Kidney and bladder. А легкие – это осень. Blue line. Gentleness. Calmness. Почки – это мягкость, это голубой свет. Breathe in the kidney, the blue line. Вдыхайте голубой свет в Gentleness.
See all the cells smiling. Почувствуйте, как все клетки почек улыбаются. Smile, give up the corner of your mouth. Поднимите уголки губ, улыбайтесь. Now, leave your hand cover the kidney and spiral your tongue in the heart, the brain, and the universe. Теперь почувствуйте, как через ваши руки вливаются почки и энергия Вселенной и заряжает. Now move your hand, cover your pelvic bone, the sexual organ. Smile to your sexual organ and feel arousal or orgasm. And feel love in the heart also. Love and orgasm. All the good virtue and energy when they combine together, they're creating a vibration in her perfect. And that is the most basics of the cell split. Way to split and to give birth to new cells. Лучший способ разделить клетки и потом дать им возможность соединиться, образуются в качестве новых клеток. When you have love and orgasm, the cell will start to make love cells split and keep new. Энергия соединения, энергия любви и оргазма позволяет клеткам разделиться для того, чтобы создать новую клетку. Закручивать энергию вождения, закручивать Вселенную через это кручивающее движение. Green light, kindness and generosity. Зелёный свет, доброты и щедрости. Breathe in the green light. Now leave your finger there, your hand there, and start to spiral your tongue in. Чувствуете, как закручивается энергия Вселенной и входит в ваше тело через эту энергию, ваше тело.
mind to all the organs, feel all the organs are filled with love, joy, happiness. Arousal, orgasm, kindness, generosity. All the cells filled with energy. Spiraling in the dungeon, collect the energy. Feel you correct the energy in your dantian clockwise for man, karakara for women, 36 times and reverse 24 times back. Закручивайте и собирайте энергию для мужчины по часовой стрелке 36 раз закручивается. По часовой стрелке 24 вот. Даже еще раз. Смотрите на видео. Неотретушированная жизнь современных йогов, объединенных идеей познать самих себя. Вы познакомитесь с тайными техниками, передававшимися веками от учителя к ученику из уст в уста, оздоравливающими организм, тело, ума, регулярное выполнение которых приведет вас к совершенству духа. Вместе с мистиком Андреем Лапиным вы побываете на Амазонке, в Африке, в Индии. Серия видеокассет и DVD студии Джоти «Внутренний мир». Рубрика «Беседы ни о чем» с Андреем Лапиным. Не замерзай, акуна матата. Этот фильм посвящен развитию сознания, техникам, с помощью которых можно подготовить тело для пропускания тонких энергий, развить энергетические центры чакры. Вы узнаете, как навсегда расстаться с эго, что такое медитация, самонаблюдение, самадхи. Андрей Лапин. Реализация за одну жизнь. Одно только небо. Это путешествие с Андреем Лапиным в мистическую природу человека и мир безусловной любви. Вы побываете в древнейшем месте силы, в Гималаях, на севере Индии, в Кедарнате. Вместе с нами вы войдете в тайну тайн, каменную хижину высоко в горах, где медитировал великий Шива. Вы увидите старцев с удивительными глазами, не покидающих этот храм.
Вы изнутри ощутите энергию того места, где провела 300 лет Парвати, ожидая своего любимого Шиву, медитирующего в горах. Вы побываете в древней Агре, в величественном храме Тадж-Махал, и узнаете историю любви, в честь которой он был построен. Экспедиция в древнюю Индию со знатоком этой страны, мистиком Андреем Лапиным. Одно только небо. Эволюция сознания Вселенной. Что такое предельное развитие человека? Возможно ли стать совершенным существом в этой жизни? Какие методы и техники существуют для того, чтобы открыться движению энергии Вселенной, в которой не существует смерти? Все это и многое другое в «Эволюции сознания Вселенной» с Андреем Лапиным. Что такое трещина между мирами и как пройти через нее? Как войти в осознанный сон и путешествовать в сновидение? Перепросмотр, йога-нидра, переход в иную реальность. Сон Нагваля вместе с Андреем Лапиным. Как стать спонтанным и навсегда покончить с автоматическими реакциями? Можно ли в поисках неведомого полностью довериться силе? Как освободиться от энергетических червячков, оставленных в нас людьми, в которых мы были влюблены? Как воспитывать детей, не растрачивая свою личную силу и не отнимая ее у них? Возможно ли вытащить копье своего внимания из человека, которого мы любим? Дыхание Вселенной или отрыжка авокадо вместе с Андреем Лапиным. Студия Джоти предлагает вашему вниманию серию видеокассет 18 наименований с практиками даосского мастера Мантека Чиа. Это полная система даосских дисциплин для совершенствования тела, ума и духа. Уникальность серии в том, что вы выполняете техники вместе с мастером, исключая их неправильное выполнение. 4 позиции серии посвящены боевым искусствам.